Здравствуйте, вы на канале «Стройгарант Анапа». Покупая коттедж на Йоге, вы приобретаете не только дом, но и местность со всеми ее красотами, достопримечательностями и, конечно же, культурой. Проникнуться бытом казаков, ознакомиться с традициями и просто отдохнуть можно в выставочном комплексе «Атамань». Атамань – это большой этнический музей под открытым небом. Находясь здесь, вы как по волшебству попадаете в обычную казачью станицу 19 века. Старинные хуторы, утварь тех времен и колоритные хозяева. В Атамане можно увидеть школу, мельницу, гончарную и кузнечную мастерские, подворье сапожника и цирюльника. Чтобы посмотреть все, проникнуться бытом кубанских казаков понадобится не один час. Такая прогулка интересна не только взрослым, но и детям. Знаменита эта казачья станица и своими фестивалями. Здесь с широким размахом, шумно и весело проходит праздник весны, день рыбака, фестивали галушек и варейников. С 1 по 8 августа отмечается Илин день. Лето провожай, урожай собирай. Одной рукой вареник, другой рукой подметай, а так полы мою, еще и танцуй. Ты баба крафтор? Первое августа в Краснодарском крае станет знаменательным днем. Ведь в Атамане поставили рекорд. Сварили самый большой кубанский борщ в России. Для приготовления 1101 литра супа потребовалось 100 кг мяса, 50 лука, 70 картофеля, 120 моркови, 80 кг свежей капусты и 115 свеклы. Атамань – не единственное место, которое стоит посетить в Темрюкском районе. Долина лотосов, различные винодельни, грязевые вулканы, музей боевой техники под открытым небом, контактные зоопарки. Кстати, компания «Стройгарант Анапа» проводит акцию «Экскурсия в подарок». Только в августе при покупке дома вы получаете уникальную возможность посетить многие достопримечательности Темрюкского района абсолютно бесплатно. Подписывайтесь на наш канал, следите за новостями. До новых встреч!